Или Владимир, не знаю, не видно. Следующее устройство, с которым хотел познакомить, наш манометр Джилекс. Опять же, у меня сегодня слово паразит, обратите внимание. Обратите внимание, какой у нас классный манометр. Он также заточен, мы его не производим сами, мы его заказываем у китайцев. У китайцев, как вы знаете, можно заказать хорошее, плохое и очень хорошее. Наши позиции на рынке российском такие, что все-таки мы делаем упор на качество, несмотря на то, что мы даже заказываем иногда что-то на стороне. Тот же самый циркуляционный насос, который у нас продается, он китайский, мы это не скрываем ни от кого. Но он настолько классный, вы его когда коробку открываете, там видно, что вот прямо китаец как мог, он выложился так, что прям конвейер работает, когда на нас они делают искусство практически. Про манометр много чего не расскажу. Качественная латунь, качественные составляющие, редко случается, когда они глючат, поэтому можете смело их использовать в вашем деле, продавать, рекомендовать, ставить себе. Я скажу так, что все, кто работает у нас в Джилексе, ставят себе оборудование Джилекс, не стесняясь. Даже если что-то там когда-то выходит из строя, это можно легко отремонтировать без лишних усилий.